Региональный материнский капитал в Поморье продлят до 2021 года, об этом заявил глава области. Напомним, выплачивается такая субсидия в регионе с 2012 года. Изначально помощь в 50 тысяч рублей получали семьи, родившие третьего и последующего ребенка. А с 2014 года дотацию стали выплачивать и приемным родителям. В 2016-м региональный маткапитал продлили до конца 2018 года. Новый шаг в этом направлении сделан в связи с проведением в стране десятилетия детства и демографическими инициативами президента. По данным Минтруда области, в прошлом году региональную поддержку получили 1865 многодетных семей Поморья.